расскажу тебе сказку из последних сил. Попытаюсь не соврать, когда-то был я другим. Не предавай огласки, я был другим. Не веришь, твою мать? Давным-давно за свободу бил в кость. Хотел, чтобы над крышей горела звезда, но оказалось, это не пролетарский фокстрот. Это как ее нашимские па, когда ты никого не слышишь, когда нет никого поблизости рядом. Липчики куклам бижутерию ищешь. Селедка Розалии, кажется, я. Ананасов нету, бананов нету. Антоновские яблочки по 15 копеек. Счастье есть, но оно там где-то. А здесь даже насекомые тупее. Граждане, товарищи, водка это я. Пьяные республику зазря спаля. Да, теперь ты внутри стеклянной банки. Да, теперь ты у меня под колпаком. У не таких, как ты, видел я изнанку. Привыкай, теперь эта клетка твой дом. Помнишь, без ценок за любой кусок. И можешь в любом направлении и вкусе. Бритвы, наши языки для дискуссий. Я вроде не в курсе, но ты вроде мог. От края до края мира побран до нитки. Многие ушли и ушли далеко. Остались такие, как ты, Пьер Скрипкин. Я буду работать, копать глубоко. Граждане, товарищи, водка это я. Пьяные республику зазря спаля. Товарищ профессор, Зоя просила передать, чтобы вы не делали этого эксперимента. Товарищ профессор, опять пойдет буза. А что такое буза? Буза – это род деятельности людей, которые мешали всякому роду деятельности. И, между прочим, эта его деятельность 50 лет назад чуть не стоила ей жизни. Она дошла до самоубийства. Горевший заживо замерзнуть не должен. Но так уж случилось, порода сильна. Это мне и тебе никто не поможет. Клопы же не дохнут, дорога длинна. Схема банальна, проста до смешного. Курс выживаемости клопа простого. Грустно до слез и смешно до колик. Вот оно объяснение слова алкоголик. Пьяные республику зазря спаля.